Да, я иду. Yeah.
давать деньги. А нам, наоборот, стали давать меньше денег. Деньги? Деньги? Какие деньги? Давать что? Количество суточных. А, ну. Я же тебе объяснил, когда еще почти не дали. Thank you.
Медос, они за час 50 успеют эту игру доиграть? С душем. За час 50. А то у меня флешка только на час 50. Без душа час. Вот солнце же звано. Ай, поясни, русский, кем я пойду? Солнце. Дал слышать это часто, хотя бы? Им бас, дал слышать, что за тут вот. Thank you.
Thank you.
Gracias.
Оксаны. У Оксаны. Оксане помогай. Это что, Сурова же сильнее? Наверное, Сурочку как-то надо. Оксана, да, темп топ вообще. Не, не, вас не дай, да? Наверное, Сурочку как-то надо, но Сурова сильнее. И ты у тебя Алматы где? Мы все помним. Да, мне просто удивительно было, почему вы подняли острушку, а не Сурову. Ой, молодец. Келешин, тағы да бірек қыз алам алма. Саған звандайм. Тәрбиелі болысындар, сонда кейін қыстайтын қалымыз. Первый перевод болды. Ты слышал новые правила, которые я мне говорил? Еще один. Что за правило? Дюша в клуб приравнивается в первом переходе. Дюша там кубку тема? Мы у нее запросили письменное подтверждение. И все знать туда? Вот как сейчас так? Дал? Дал? А? Дал? Как ты думаешь? Нет, если Алматы дюшасна нотсе, Алматы дюшасна бізге. Біз керу-керу келесек дюшаға. Айда базар жоқ. Базар жоқ. Базар жоқ. Если халявна өтіп кетсе, да. Вот тогда жарайды. Так у нас, ты видишь, дюшшадан в основном все халявные лад и говорят, что мы без бонишки. Потому что регламент дюшшан не приравнен к клубу. Чё, хорошо. Дюшшадан алдык сендерді Алматыда клубта болмаған, но ситуацияда қалай болды? Она заигрывана за детскими эти наши. Если не заигрывана? Не заигрывана, все, хорошо. Ты же видишь, Сурова деген не заигрывана? Они заигрывана, они играли за город. Город? Нет, город это хищница, это городский. Нет, за город на республиканский. Хайвой был звуки здесь. Личенко, да? Страшный хайвой был. Да? То что он уже решился? Скорее всего, говорю, что я не с Кингезы, но хотя куда он, скорее всего, припомнит. Может быть, потому что я не слышал этого разговора. Я думаю, сейчас ты мне просто напомнил. А там из потому что жил сайм, вспоминаю. Кише, кише, как тебе говорит, мама? Номер гамма? Джо, подожди, филин, после тренировки. Вы чё против меня что-то там говорите? Эй, попаси сидел, говорю. А, я помню, чё там теперь говорит, там, люди не знал. Вот, оказывается, вы с Парманом против меня, что я играл. А вот я слышал. Эй, ты скажи, кто тебе сказал? Давай, позови этого человека. Я сейчас морду дам. Я такое не говорил. Я сразу разрешение дал. Нормально, а мою разрешение все играет. Но вы не написали, говорит, письмо. Я думаю, у меня никто не спрашивает, как врачу. Как нормально, я тебе сейчас перевожу, как нормально, не снимем, не снимем. У нее, видимо, кто-то спросил. Значит, у нас нормально пошел поехал. Поэтому она тебе и не могла сказать. Он это будет. Я так боялся, думал, она меня сдаст. Девятый, десятый, восьмой. Ну, они же играют.
Молодец. Все, чтобы тебе скучно не было до вечера. Thank you.
вот ты, дата какие, дата, аут, дата, почти четвертый тур. Бурги застояли. 11 где-то ориентировался. Двигайся, дорогой. Али хатки не делал. Они же Туркестана ждут ответа. Там будет что-то двигать, не надо. Не снимут еще ее, да? Не снимут еще ее. Вот так, кель спел гурит, да, Ерлан. Не хуй себе. У тебя голос есть, у меня нет. Ай, ты за меня голос. Мен айттым ғой. Қайырбек ағам, тренерлер шешсін, тренерлер шешсін. Тихо так говорим бы, на их фоне. Не говори. А кейс бүлді? Сенден тренерлер мере. Мен кейс бүлді үшін? Мен алмен. Дима, зарам. Тренер? Не вермись мы отро. Дядя Дима. Что, ты согласен, что тур перенесли на 11? Здесь же от меня вообще ничего не решается. Почему? Я сказал, согласен, они не перенесли. Thank you.
Thank you.